И заведуйте Господа, яко благ, яко вельмилости Служба в храме святой Екатерины началась с молебна о прощении греха детоубийства. Так в православии называют аборт. В храме открылась выставка «Спасай взятых на смерть». Плакаты гласят, что ежегодно в мире делают порядка 60 миллионов абортов, расценивая ситуацию как молчаливую Третью мировую войну. Если такими темпами будем делать аборты, то у нас Россия просто... Господь стерет со земли просто. Не будет такой русской нации, не будет просто-напросто, не будет этой русской земли. Поэтому мы сегодня должны все, я думаю, не только церковь, не только государство, но каждый человек должен бороться этим злом просто-напросто. Активисты Центра «Семья» выступают за запрет абортов, хотят, чтобы право ребенка на жизнь было законодательно закреплено не с момента рождения, а с момента зачатия. Это 11-недельный ребенок в натуральную величину. Вот. Аборт у нас разрешается делать до 12 недель. Ну, мы предполагаем их раздать каждому врачу в женской консультации. Так не знаю, как это получится. Договоренности пока нет. Потому что если врач покажет женщине вот этого ребеночка, то наверняка женщина уже не захочет его пойти убивать. Общественники также хотят передать такие макеты в школы, чтобы на уроках биологии учителя смогли их показывать старшеклассникам. Ведь по статистике в России ежегодно делается около 1 миллиона абортов, и 16 тысяч из них делают девочки 15-16 лет. Активисты просветительского центра «Семья» начали сбор подписей за запрет абортов. Его проводят в рамках международной акции «Неделя за жизнь». Уже несколько сотен людей поставили свои подписи под обращением в адрес президента России. Подписка идет за проект федерального закона о поправках к основным законодательным актам, существующим сейчас в Российской Федерации. В частности, это охрана, основы охраны здоровья, в частности, это о защите прав ребенка, и, ну, и другие некоторые законодательные акты. Сам сбор подписей будет проходить как бы в три волны. Вот первое, значит, дан старт подписям, значит, на этой неделе. Следующее, значит, это будет январь к рождественским чтениям. И третья волна как бы будет пасхальная. Всего организаторы акции планируют собрать 1 000 000 подписей по всей России. Однако для многих вопрос запрета абортов неоднозначен. Если предположить, что инициатива будет утверждена на законодательном уровне, то нельзя исключать роста криминальных абортов, а также еще большего количества отказов от новорожденных. Ведь зачастую основной причиной аборта ставится бытовая неустроенность и страх не прокормить ребенка. А как вы думаете, стоит ли в России запретить аборты? Не знаю даже. Не знаю. Так сразу не ответишь за 5 секунд. Аборты? Не знаю, кому как, наверное. По-моему, надо ставить. Но если вот, допустим, ну как сказать, нету средств, ну, это тоже проблема вот, у молодых мам будет. Конечно, стоит. Дети нужны? Ну что, это же убийство. Не-не-не, я против абортов. У меня у самой дочь 3-го уже будет рожать. Так что нет. Ой, не знаю, сложный вопрос. Я вот над этим думала, но, в общем-то, не могу ответить, да или нет. Это сложно. Зависит от обстоятельств, от здоровья, от всего. Запрещать или оставлять аборты в России – этот вопрос остается открытым. Что касается мировой практики, то аборты в некоторых странах, таких как, например, Чили или Филиппины, запрещены полностью. В некоторых аборт разрешается по медицинским показаниям, а есть государства, где женщинам самим отдается право выбора – делать аборт или нет. К ним относится и Россия. Алексей Николаев, Владимир Махмутов, Интер-ТВ.